Я живу. Я там работаю. Работа там. Очень любят летать. Больше. Им нравится арабы вот это? Да, да. И посмотреть на наши видео полетов, то там процентов 80 тайны. Фактически. Потому что их здесь довольно много. А в России? А? А в России? В России. Тоже не тот контингент. Если брать Сочи, там да. Девушки-инструкторы. Здесь нет. Вообще бывают, но реже. Ну, как-то довольно тяжелое, когда около 20-25 килограмм все это снаряжение, мешок весь. Не все хотят это пускать. Тандемы серьезно, чтобы уже так ответственно этим заниматься. Это 2-3 надо. Это ваша основная работа? Да, да, это специальная работа. Сделана. А если надоест, начинаете там заняться? Мы обычно меняем просто место. По возможности. Да. Наша компания имеет несколько филиалов в разных странах, поэтому